Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Магазин «Точка» только до 3 февраля проводит грандиозную распродажу женской и детской одежды. Для вас в ассортименте платья, юбки, брюки, блузки, головные уборы и многое другое. Вас рады видеть по адресу улица Гагарина, 21, возле Сбербанка. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» ДК «Мастер». ДК «Мастер» – художественная ковка и металлоконструкции на заказ. Заборы, ворота, козырьки, навесы, садовые качели, мангалы, фонари, кованная мебель и многое другое. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Рассрочка платежа. ДК «Мастер» – это качество и ваша индивидуальность. Телефон 460-50. Завтра, 2 февраля, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, слабый. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет 30-32 градуса мороза. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и 6 радиостанций разных направлений с вещанием на весь Печорский район. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До встречи!